Теперь о другой операции в Ингушетии. Там спецназ ФСБ блокировал группу вооруженных людей, которые скрывались в лесу на окраине села Газиюрт на Зрановском районе. Как сообщили в Национальном антитеррористическом комитете, в результате боя троих боевиков ликвидировали, еще четверых задержали. РИА Новости, ссылаясь на источник в силовых структурах республики, передает, что личности двоих уничтоженных террористов установлены. Оба находились в розыске за совершение тяжких преступлений. В лагере, где они прятались, нашли много оружия и две самодельные бомбы, начиненные обрезками арматуры. Мощность только одной из них, по оценкам экспертов, была более 6 килограммов в тротиловом эквиваленте. По данным НАК, боевики готовились совершить теракт в Ингушетии.